Председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеймон, возглавив Смоленскую кафедру, заметно активизировал в регионе социальную деятельность. К сестричеству милосердия и службе добровольцев присоединяется все больше людей, желающих послужить благим делам. Подтверждением этих слов стало состоявшееся накануне знаменательное событие. В стенах Смоленского государственного университета открылся новый факультет – социальный. Подробности у наших коллег из телестудии «Святой Меркурий». Открытие нового социального факультета, по мнению проректора Смоленского государственного университета Николая Сенченкова, событие закономерное. В обществе, далеком пока от достижения полного социального равенства, сильные должны помогать слабым. Те, кто уверенно идет по земле, кто стоит уверенно на земле, должны подумать о тех, кому нужна наша помощь. Факультет возник не на пустом месте. Он объединил два старых факультета – психолого-педагогический и факультет управления, впитав в себя их лучшие традиции и высококвалифицированные преподавательские кадры. Есть на кого равняться будущим социальным работникам и вне стен университета. Искренние слова благодарности нашим гостям из Смоленской епархии – то, что делала Русская Православная Церковь, чтобы это также и передавалось тем молодым людям, которые сегодня сидят в этой аудитории и готовятся выполнять важную социальную миссию по отношению к разным категориям граждан Российской Федерации. От имени Смоленской епархии и ее правящего архиерея виновников торжества поздравил секретарь Смоленской епархии, доктор богословия и иеромонах Серафим Амельченков. У церкви и у образования, естественно, одни цели. Но полагаю, что у церкви и у социальной сферы эти цели не просто едины, а, наверное, сверхедин, если можно так выразиться. Потому что главная заповедь, которую дал Христос, это заповедь любви. Любви к Богу, любви к нашим ближним. И эту любовь мы должны нести. Нести через все. Через все сферы жизни нашего государства, нашего общества. По мнению отца Серафима, открытие социального факультета в старейшем вузе Западной России свидетельствует о том, что в нашем обществе наметились положительные тенденции в духовной и нравственной сферах. Создание отдельного цельного факультета, посвященного социальной работе, свидетельствует о том, что приоритеты в нашем государстве начинают потихоньку изменяться. Социальное направление становится одной из главных сфер деятельности. Тех сфер, куда нужно вкладывать. На развитие этой сферы, мы с вами прекрасно видим, есть и государственный, и политический, и общественный заказ. И нам вместе нужно с вами его выполнять. Иеромонах Серафим вручил декану нового факультета Борису Геннадьевичу Меркину патриаршее издание Библии с дарственной надписью и благословением от епископа Смоленского и Вяземского Пантелеймона. Примите также и образ Божьей Матери Адигитрии, покровительницы Смоленского края. Адигитрия – это путеводительница. Пускай каждого из нас и сугубо учащих и учащихся социального факультета Божья Матерь будет вести по пути жизни, по пути вашего служения, вашей деятельности.